Ребят, всем привет. Так, что-то немножко протереть. Всем привет. Сегодня 5 марта 2023 года. Вот такая погодка. Солнышко светит. Ну, тучки ходят небольшие, облачка. Сегодня решил вот пройтись мимо ехал, зайти и посмотреть на водопад, который находится на реке Канда. Вот здесь такой знак воинское захоронение. И нужно... Сколько-то тут, я не знаю, недалеко тут, метров 300. И хотя, вот, ну да, здесь написано 0,2, 200 метров до захоронения. Ну, еще метров 50-100 до самого водопада. Я здесь в прошлом году уже ходил зимой. В принципе, все показывал. Ну, еще в этом году скажу, посмотрю. Сам больше ради интереса. Вот здесь кто-то уже проходил, но это было еще до снегопада, я думаю, неделю назад где-то, на тех выходных, наверное, кто-то ходил. В общем, а я вам покажу. Здесь, конечно, очень красиво, прям вообще красота. На выходном прям грех не съездить. Всякие следочки в лесу. Здесь вот кто-то почему-то шел через лес. Наверное, не знал эту тропинку. Поэтому зашел там, где остановил машину. Вот. Еще и туда вон кто-то уходил. Может. Даже, честно говоря, представить не могу, кто это. И зачем это делал? Сейчас молча пройду, покажу вам.
Ну, вот так вот выглядит сейчас так называемый водопад. Сильный порог здесь такой. Основная спад воды, где здесь прям шапка ледяная. А здесь течение сильное, вот поэтому не замерзает. Там даже на льду пена. И как будто бы следочки чьи-то. Ну да, прям следочки по льду. Кто-то подходит туда. Даже не знаю, ныряет, наверное. Ну, к воде подходит какое-то животное. Небольшое. А след основной, по которому я сначала шел, вот он. Немножко как-то они в сторону ушли. Я думал, может быть, кто-то на ту сторону переходил. Оказывается, нет, тоже подошли сюда к водопаду. Но я не пошел по этому следу, уже натоптал свой. Вот здесь, конечно, грохнулся. Наступил на край. Снега много. И уже такой тяжелый. Он с коркой как раз проваливается. Корка ломается. Она и не держит. И тяжело идти из-за этого. Но такой прям плотненький уже снег. Корочка есть. Еще немножко и будет наст. На машине уже снег прям тает от солнца просто. Машина не работает, не заведена, а снег тает на поверхности. Ну, сейчас будет обратная дорога, уже все. В принципе, сейчас молча пройду тоже. Кому интересно насладиться лесом таким зимним, оставляйте. Кому важно было поглядеть, как там на Канде, на водопаде, то все, можете включать. Всем пока, до новых встреч.